Ох, мама мия! Всем привет, это мод для Half-Life Residual Point. И мы с вами продолжаем непосредственно его и проходить. Так, в прошлый раз я помню, что кто-то на балкончике выхаживал здесь когда-то. А, вон он бежит. Бочки не взрываются, да? Печалька, печалька, засада, печалька. Ну, эта штука взрывается, а это нет. А, взрывается. А чё ж тогда... А, вот так. Косолапый, косоглазый, видимо, я. Так, а будут ли здесь товарищи хэдкрабы? Вы помните, да? В прошлой серии мы бегали, 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 бегали. Они появлялись, 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 появлялись. А, ну, конечно, куда же без них-то. Действительно, очень сильно похоже на вторую часть, где муравьиные львы нам мешают, постоянно мешают, мешают, мешают. Блин, еще и направленный взрыв этот дурацкий продолжает по нам стрелять, стрелять, стрелять. И все по нам стрелять, будут все, будут по нам стрелять. Массовая озлобленность. Ох ты ж, ёп-моё. Ёп-моё. Что это? Звуки я там извлекаю. Панч-п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 анч. Ух ты, зараза, ты еще здесь, что ли? Ты живучий такой, что ли? Елки-палки, угомонись. Не, никак. Сейчас бомбанут, и там все это развалится, да? Та-та-та-та-там, та-там-там-там. А есть что попроще? Блин, бомбят вообще капец. Куда ты пошел? Стой. Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи. Я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты. Нарисуешь в небе солнце и разбитые мечты. Так, ладно, не будем петь. Мне всегда говорят, не пой. Ну, как тебе сказать? Мистер Фримен. Вы ведь Гордон Фримен, правда? Да, не совсем. Гаргантюара. Да. Ты немножечко попутала, я вроде бы как не Фримен, вроде бы. Честно говоря, я уже и не помню, Фримен ли я вообще. Такой вот вопрос жизненный, Фримен ли я. Я думаю, в каждом из нас есть кусочек Фримена. Так, все, это порядок. Ну что, пойдем вместе? Ну, давай. Вот это вот, знаете ли. Ёхмака, это что такое? Ничего себе. А чё как-то... Слушайте, я эту штуку не видел вовсе. Как так? Ух ты, блин. Вот это интересность. Да угомонись ты уже. Ничего себе, это что за такие солдатики интересные? Ты дурак. Ты дурак. Успокойся. Блин. Направленный взрыв. Так, я все понял. Ладно. Посмотрим. О, здравствуйте. Куда? Как каравелла по волнам прошла. Так, ладно, каравелла. Давай посмотрим, что еще нас ждет здесь. Вот так каравелла. Так, если ученый здесь стоит, значит, он нам поможет что-то где-то открыть. То есть мы видели с вами минимум две двери, которые нужно открыть с помощью его зорких глаз или шаловливых пальцев, которые знают комбинацию цифр. Видимо, как-то так. Так, что у нас есть? Давайте посмотрим. Да, ничего хорошего у нас здесь нет. Возьмем, наверное, дробовичок, что-нибудь попроще, посолидней. Так, крокозябр накидаем. Пусть они там побегают между собой, повеселятся. Ну, а мы тут как-нибудь сами. Вот туда побольше забросим. Так, туда. Давайте, давайте, давайте. Колдуйте, бегайте, скачите. Давайте посмотрим. Здесь у нас кто? О, опа, солдаты. Эй, вы. Нет, не надо трогать. Бомбилова. Бомбилова. И бомбилова. О, так, хорошо, вовремя. Это было вовремя, видимо, все-таки, да? Так, какая-то штука. Что-то повернули мы там с вами, да? Что-то мы с вами зажали.
Чё-то какую-то штуку отключили или включили. Ладно, обратно не срабатывает, значит все правильно. Сохранюсь, ибо уж очень много усилий было потрачено. Так, смотрим. Что у нас дальше? Есть еще какие-нибудь кракозябры? Нет, кракозябр больше... Кракозябр. Кракозябр больше нет. Так, посмотрим. Вот одна из дверей. Не работает. Ладно, давайте попробуем все-таки по логике вещей привести ученого. Привет. Отлично. Отлично. Да нет, конечно, давай так по-быстрому, по-быстрому, дружище, по-быстрому, это значит быстро, а не как слоупочно. Только не трясись там ничего, ладно? Не трясись никоим образом. Так, этот сволочь будет долго там развлекаться? Бэнс. Открывай, чего стоишь-то? Пру-пру-пру-пру, какое эхо большое. Давай уж, заходи, елки-палки. Что там такое? Опа. Ничего себе. Ой, парень, стой. Ой, парень, извини. Ой, уйди, парень, с дороги. Парень, с дороги, уйди, пожалуйста. Пожалуйста. Сволочь. Ладно. Побежали. Так. Дверца раз. Дверца два где-то там. Ну, дружище, пойдем. Да, конечно, пошли. Ну пойдем, 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 пойдем. Потом дойдем до туда. А пока сюда придем. Давай только быстро, 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 быстро. Чуть побыстрее, пожалуйста. Вот, спасибо. Давай, 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 давай. Открывай быстрее свою шляпу. Открывай быстрее. Открывай быстрее ее. Открывай быстрее. Есть контакт. Достали эти пауканы. Эй, парень, ты куда делся? Ёк, чё за экшен? Мама мия. Ешь, доль мия. Где мой друг? Друг, ты где? Ё-моё. А где мой приятель-то? Парень. Ох ты ж, ёк, ЛМНЭ. А где друг-то мой? Извините, конечно, пожалуйста, но мой друг пропал. Где мой лучший приятель-то? Да, не густо. Так, соточка. 75 для приличия сделаем, давайте. Давай уже, давай, давай, давай. Не отвлекайся, друг мой. Ага, вот так. Так, ну, допустим, ладно, а где мой приятель? Мне как теперь открыть? Ты уже туда убежал? Слушайте, какой молодец. Пошли. Моими мозгами. Да. Давай, 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 давай. С твоими мозгами, с моими мозгами и так далее и тому подобное. Давай. Только по-шустрому. Так, тут что у нас? Сервера там, что-то, что-то, что-то. Что это у нас? Биодом. Дренажная система. Открывает дренажную систему, биодом. Есть. Такой контакт. Не надушки. Ох. Ты якалы мне. А где приятель? Друг куда-то опять слился, я так понял, да? Так, хорошо, давайте посмотрим. Так, ты уже мертв, я так понял, да? Ты якалы мне. Вот это была внезапность. Ладно. Ты что ты? Нет, сюда я пока никак проникнуть не могу, да? Restricted. Запрещено. Угу. Чё, лом тоже не поможет? Видимо, нет. Супер дверь. Супер стекло, то есть супер дверь, говорю. Вообще, экономить бы надо бы. По-хорошему-то это все. А в эфире только снег. Только тишина. Может, я смогу? О, я смог. Запрещен. Да ладно, уж доступ запрещен. Давайте посмотрим, а где мой приятель-то все-таки? Он как-то так, знаете, тактично очень сливается. Это немножко настораживает. Может, хочется, чтобы... Нет, доступ. Поддержка. Где ты? Привет.
Где ж ты есть-то, дружище? Как ты куда-то так взял и тактично слился? Ну ладно. Не судьба, значит, нам сюда пройти. Пойдем тогда дальше. Здесь у нас что? Там тоже что-то есть. И аптека там тебе, и пятое, и десятое. Так. Лифт номер один, лифт номер два. Ну, какой-нибудь возьмем. Нет. Нет, не сработало. А, значит, сюда. Однако. Ладно. Так. Давайте посмотрим. Уж очень динамично развиваются события. Так, дренажная система, как и было обещано. Для меня двери открыты сегодня, да? Да нет, как раз таки доступ-то не запрещен. Отлично. Подкрепились по полной программе. Так, здесь уж слишком много лучей, я смотрю. Угу. Emergency shower. Ничего себе. Душ в экстренных ситуациях, это интересно. Так. Внимательно, тактично, аккуратно. Тараканы могут задеть луч, если подпрыгнуть только, да? В прыжке. Так, меня это не интересует совершенно. О-о-о. Понятно. Тишина. Никакой реакции. Ух ты ж, ёлки-палки, как же интересно здесь сделаны карты, а? Столько всего, глаза разбегаются. Уж очень хорошие открытые и закрытые пространства. Прям проработано, знаете, вот по-братски сделано все. Обалдеть. Пожалуйста, пожалуйста, я чё? Ну, зацепил, да и ладно. Так, слышу еще где-то. Пулеметик. Ух ты ж, ё. Мужики. Мужики. А прыгают-то как забавненько. Ах ты, зараза. И мужики, и бабы тут, как говорится. Полная компания. Красиво. Ё-моё. А чё ж вас так много-то? Уж слишком много вас, ребята. Так, где-то сволочь какая-то стреляет из охранного пулемета. Блин. Опа. А ты зараза. Так, кто-то меня гасит. Кто-то меня гасит. Какая-то свинья. Вот она, эта свинья. Я тебя... Блин. Здоровье-то кончается? Так. Очень сложно, это капец. Это просто капец. Кого-нибудь зацепим в итоге, да? А-а-а. Не надо вот этого было делать. Ага. Ёк! Ты что ты будешь делать? Там какие-то невидимые эти барнаклы засасывают, что-то стреляют, бегают, кричат, убивают. Ё-моё, мужик! Уйди отсюда. Уйди от греха подальше. Есть тут какие-нибудь пулеметы, какие-нибудь штучки, дрючки? Ангар 19. Loading Bay Access. Уё, я аж припотел, реально. Как... А? Да. Что-то бякнули-вякнули там. На этом все. Обалдеть. Сразу внимание ты не обратил? На прозрачных-то парней. О, привет. Тур-ту-ту. Ну, пока. Так, сразу мало ли что. Вдруг мне понадобится сюда нырять. Поэтому я уж лучше отстрелю их. Ну, естественно, конечно. Так, лямбда-реактор-комплекс. Угу.
О. Ой, блин. Да откуда ты взялся-то? На мою голову. Мама мия. Чё ж такое-то? Блин. Это какая сволочь кидала? Классно. С этими товарищами я разобрался вроде как. Так, рыбоньки. А что там было, кстати? Я что-то хотел там собрать, да? Да. Так, заранее отстрелим сейчас. Ну, да что ж такое-то, давай. Все. Все. Бульк. Так, отлично. Снарки. Что еще? Может быть, что-то еще есть более эффектное? А, вот, пожалуйста, энергоблок. Про него как раз-таки чуть не забыл. Так, собираем. И вперед. Вперед это куда? Ладно. Сейчас разберемся, куда это вперед. Тихо. Без паники только. Где-то там что-то пшк-шк сделали. Сейчас разберемся. Ага. Смотрите, Зольдат стоит он. Сволочь ты. Зольдат, понял? Ага. Еще и невидимые какие-то. Так, ладно, здесь мы пробовали. Ну и здесь мы тоже пробовали. Не густо, не густо. Угу. Так, будем думать. Будем думать сейчас, как это все делается. Как мне туда перебраться. Как выбраться. Так, хорошо. Сделано очень интересно, скажу я вам. Бульк. Ауч. Ауч. Медицинская команда, подожди. Не все так скоро, как кажется на первый взгляд. Так, думаем теперь, как нам сделать следующее. Как нам перебраться на ту сторону. О, привет. Понятно, уже там. Вот что за ерунда еще, почему он так помечается. Ага, понятно. Да, что-то как-то не хотят меня встречать. И такое ощущение, что они опять поставили эти охранные свои штучки. Все? Все. Ага, появляются и появляются. Появляются и появляются. Ух ты, ёлки-палки. Еще и умудряются гранаты бросать вовремя. Сволочи-то какие. Так, экстренный... Ой, блин. Экстренный душ не для меня? Нет, видимо, не так. Все. Блин, ски. Что за фигня? Только так, ребятыши. Ребятыши. Так, там тоже кого-то гасанул. Я, походу, успел, да? Дружище ты бой. Ну, кто-нибудь в толчке не сидит тут случаем? А то сейчас вбежит какой-нибудь черт. И начнется опять вот это мясо. Кошмар какой-то это вообще. Правильно вы заметили в комментариях, что игру делали корейцы. Они ж любители такого шухера. Не любитель таких динамичных игр. Да и вообще, в принципе. Попал? Попал. Так. Бомбит. Бомбинт. Бомбинт. Так, там только рыбы. И невидимая фигня. Рыбы на меня теперь озлоблены. Потому что я с ними немножко поссорился. Так. Ценком. Или что? Генком. Генком eBay. eBay. Так, хорошо. Опять эти товарищи здесь, слышу. Блин, подстава. Сам себе.
Сам себя подставил, но так же не делается. Так. Баданкс. Так, голова полетела чья-то. Ого. Прицельно сняли. Просто как Лалыча. Так, там мы видели. Ауч, мужик. Ах, вот кто это по мне палил так мощно, да? Понятно, у него видели там снайперка была. Однако умный дяденька. Так, все вроде бы, все рассосались тут в конце концов. Снял меня просто с одного выстрела. Обалдеть. До... Да, оригинального Half-Life, конечно, до такой атмосферы, до такого действа просто далековато. Там больше как-то жизненная ситуация. Здесь какой-то капец творится. Так, ладно, и чё я сюда пришел? Посмотрел карту, подзаправился, послушал радио и пора и честь знать, обратно идти. Вижу. 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 Я тебя вижу, выходи. Видишь, ты спрятался, а? Устал. Так, с в воду я пойду вообще, нет? Это бешеная рыба. Ой, какая бешеная рыба стала. Угомонись, пожалуйста, хватит вот этой вот ерундой заниматься уже. Так. Ладно, будем надеяться, что здесь... Наивно было полагать, что... Просто так я пробегу, и мне ничего не будет. Понятно. Очень интересный доступ. Ты обалдел? Зомбасолдер. Зомбасолдер, ты обалдел? Так, вот зарядочка есть. Сейчас... Забросимся. Энергии немножко хотя бы как-то. Так, ладно. Это все весело, конечно. Здесь я вроде бы всех раскидал. Уже не впервой. Так, рыба все еще плавает. Рыба еще негодует. Опять. Да что ж такое-то? Ни минуты покоя. Вообще не дают. Даже перезарядить не дают. Так, сразу перезарядим. Берем автоматическое оружие. О, кошмар какой. Откуда ж вас так прям призывают-то, а? А, так они и на этих нападают. Но надо же. Это свинота какая-то. Все, капец. Капец, говорю. Отдыхай, елки-палки. Вообще невозможно. Просто вот на вынос работают, ребята. Отдохни тоже. Хватит уже. Подмучился приятель. Обалдеть. Просто я думал, тут будет атмосфера, а тут какой-то вынос мозга. Так. 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 Maintenance access. Authorized personnel only. Only you. Hazardous machinery. Ну давайте посмотрим, что за hazardous machinery.
Ой. А, так. Ну, открывайте эту ерунду. Ауч. Так, и чё? Мне нужно как-то отсюда выбраться. Я же вам застряну здесь сейчас. Ага. Понятно. Задумка интересная. Ничего не скажешь. Ну что, друзья, давайте я здесь закончу. Я аж подустал очень сильно, поэтому мод Residual Point мы с вами продолжим уже в следующей серии. А пока я с вами попрощаюсь. Будьте здоровы. Пока.